Всем привет! С наступающим Рождеством! Мы сейчас будем делать что? Мы будем ставить елочку, Christmas tree, вот в этот горшок. Косёк! Будешь подсказывать, направо налево, нам будет помогать наш дедушка. Ня. Итак, вставляем. Лео, говори, направо, налево, прямо, куда? Опустилась? Опустилась. А теперь зажимаем эти болты, как они называются. Вот сколько их, 4. Крутим. Fixtures. По-английски fixtures. Лео, ты помогаешь? Не тут-то было, процесс затруднился. Оказывается, не влазит наша елка в этот горшок, пришлось его пилить. Еще начинаем пилить, держите. Вставляем. Все, углубилось вглубь. Но процентов 15 елки мы потеряли. Стой, елки! Стой, елка, стой! А теперь закручу. Раз. Лео, крути болтик, крути. Я сейчас кручу болтик. Всем привет! Вы на канале Leonardo the American Boy! И время пришло наряжать елочку. Лео такой excited! Такой радостный! Всем привет, друзья! Мама на бэкграунде, папа на фронт-граунде, а Лео валяется на полу. Пришло время праздновать. Happy Merry Christmas, everybody! Скажи, Merry Christmas. Через месяц начнется Christmas, и мы начинаем украшать елочку. А начинаем с чего? Начинаем с гирлянды. Снизу вверх, да, идем? Подарок, ты будешь под елкой сидеть? Это наш подарок. Выходите. Это было украшение гирляндой. Следующее украшение будет игрушками. Пауза. Следующий этап — это открывание подарка. Ой, не подарок, а уникальных игрушек. Мы в этом году хотимся отличиться от всего этого мира. Все вешают игрушки, а мы вешаем ежиков. Ежик номер один. Ежик. Фокус, фокус, сделайся. Сколько ежиков? Посчитай. Раз. Два. Scissors. 3, 4, 5,
6. Ёжиков, посмотрите назад. Вон они, красавцы, сзади. Следующая фишка, это будет... Вот это star. Звезда из деревянного леса. Сделана в Индии. Пахнет, пахнет деревом. Лео, скажи, это star. Девочка, огонь. Не, она не открывается, она вот такая есть. Ее вешаем. Следующие. Две штучки, вешаем еще две звезды. Какого цвета звездочки? What color is this? Красивый. Красивый, это беленький цвет. Это для чего? Буква K representing представляет твою фамилию. Какая у тебя фамилия, Лео? Ко... Ря... Громче. Куяк. Правильно! Еще один. Еще... Вот сколько у нас? 4 белых звездочки. Ого! Их все вешаем. Все, да, мам? Ай, самое главное, почему мы празднуем, дорогие друзья, все это Рождество? Иди сюда, Лео. Самая важная причина, почему весь мир празднует Рождество, потому что в мир пришел Спаситель мира, Иисус. И Он умер и воскрес. Поэтому крест пустой, на нем никого нет, никто не висит. Это отличается крест от других религий. Потому что наш Бог воскрес, а все остальные... Они до сих пор в могилах. Мухаммед и так дальше. Итак, а сейчас вешаем. Сейчас повесим. Самая большая звезда висит здесь. Она будет сидеть. А ты что делаешь? Ты катаешься? Смотрите, как мама красиво украшает. Мне в глаза бросается только одна вещь. Вот это. Это? Угу. Это? Еще одна, сейчас. Итак, елка вся наряжена. Осталось для красоты временно. Даже не временно, мы до Крисмаса положим подарки с Украины. Нам привезла бабушка петушка. Бабушка, от кого это ж петушок? От Тани. От Тани. Кстати, Folk People в Киеве, в котором Таня главный режиссер, украшает в Киеве главную елку города. Это наша тетя. Леона тетя. И она передала от народа Украины петушок, который сразу будет украшать наш дом. Также, чья это машинка? Старинная машинка. Анюта, кто передал? Тетя Света. Тетя, наша тетя Света, которая главный администратор сетей АБТ-магазина. Другая. А, другая тетя Света, которая в Никополе главный поэт, передала нам эту машинку. Она тоже украшает нашу елку. Следующий подарок. Нам днепропетровчане передали очень классную конфетницу, корзинку. Мы в нее положим следующий подарок. Кстати, спасибо Саша, Аня и дядя Костя. И мы сюда положим подарок от Даника и Насти с Запорожья. Аленка, шоколад и рушник. А Лео начал играть со старинной машиной тети Света. Все, вот так будет смотреться наш народный... Народная
очень по-народному. Лео 6. А, ну и последняя игрушка, но мы ее не ставим на елку. Кто передал эту машинку классную? Мам, Ань. Нажимаем на кнопку, Лео. Лови. От кого тут подарок? От дедушки. От дедушки? От дедушки привез с Днепропетровска, с Никополя. А сейчас давай со всеми попрощаемся. Тебе понравилось украшать елку? А пусть петушок я вешать на ежика. Ой, ежика. Мы повесили аж 6 ежиков, 4 звездочки и 5-ю звезду. Крест и букву К. А я еще и наверху там ежик наверху. И на самом верху тоже ежичек. Все, Лев, давай со всеми попрощаемся. Thank you very much, что вы были с нами. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Merry Christmas! Merry Christmas! С наступающим Рождеством! Bye-bye!